Идите, идите. Леша? Просто много дел, знаешь. Я не просто она мешает. Гражданина России Радевича Алексея Викторовича и гражданки Украины Коломитцевой Гуравлёвой Алисы Викторовны. Уважаемые невеста и жених, в вашей жизни наступил день, которого каждый ожидает с радостью и волнением – день вашей свадьбы. Сегодня с чувством любви и согласия вы соединяете свои судьбы в единую, и отныне по жизненному пути пойдете вместе. Желание создать семью предполагает готовность терпеливо и внимательно относиться друг к другу, научиться сочетать свои привычки с интересами любимого человека. Теперь все у вас в жизни будет общее – радости и заботы, праздники и будни, надежды и мечты. Вы стоите на пороге создания своей семьи, основы государства, будущего великой России. Перед этим торжественным и ответственным моментом позвольте спросить вас, является ли ваше решение стать мужем и женой взаимным, искренним и свободным? Прошу ответить невесту. Да. И прошу ответить жениха. Да. По вашему взаимному согласию ваш брак регистрируется. Прошу вас своими подписями скрепить семейный союз. Thank you.
Федерации сегодня, 6 марта 2013 года, в Санкт-Петербурге ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга! Рождение вашей молодой семьи звучит гимн великому городу. Как по лестнице идете, стойте. А вы по лестнице спустите. Костя. Подожди, со мной? Да. А что, надо со мной? Да. Не-не, давай я сам. Thank you.